Всем привет, друзья! С вами Кэрри. Добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем прохождение игры Little Nightmares, маленькие кошмары. Короче, ребят, в прошлой части я нереально тупанула. Я забыла нажать кнопку записи. Просто тупо прошла там эпизодик. Короче, пиздец. Полный. Короче, ребятки, я там дошла до повара. Повар какой-то невъебенно толстый пытается нас поймать, закинуть в кастрюлю с сосисками, захерачить. Ну, в принципе, вы много ни хрена не пропустили. Сейчас мы должны будем долбануть в мясорубку мясо, сделать колбаски, чтобы... Да, пожалуйста, залезь. Чтобы вот в то окошечко попасть. То есть, как мы это делаем? Раз, миской херачим. И делаем колбаски. Что такое вот так? И делаем колбаски, короче. Вертанули колбасу. Залезаем сюда, едем наверх. Оп, мусорок. Сейчас вот тут вот разобьем статуэтку одну. Пусти, пожалуйста. Оп. Тут вот фитиль зажигала я уже. А, уже и разбитая статуэтка. Да, здесь делать нечего. Ты бежать можешь, пожалуйста? Спасибо. Вон мясцо на столе, и мясцо вон висит на крючке. Сейчас мы сначала... Прыгнуть можешь? Какой ты дурак, твою мать, а. Вот так вот хреначим мясцо. Мы сразу сейчас все мясо дубанем, чтобы 500 раз сюда не возвращаться. Это раз мясцо. А потом вот на эти полочки... Волшебный, мать его, крючок. Оп. На нафиг, свинина. Ты возьми его, пожалуйста, и тащи. И еще разочек. Хоп-хоп, это мясцо. Сюда. И вертанем крутые сосисоны вообще просто от души. Вниз едем. Вертим грёбаные сосиски и сваливаем. За той дверюгой... О, кстати, она закрылась на засов. Поварюга ходит. Но они такие не одни, походу. Такие жирные, противные. Нормально. Ща навертим колбасени. Вот это мы навертели. Оп. Сейчас раскачиваемся. Оп. Ну и все просто. Тупо колбаска. Решай тему. Ползем. Сейчас приползем, по-моему, на кухню, где этот жирный пидор типа готовит какую-то хероту. Надо ключи тырить опять у них, блин. Гребаные боссы. Оп, нормалек. До свидания. Аж закашлялась. Сейчас по-быстрому делаем красивую фишку. Вали, мага. Вон туда вали, пожалуйста. Вали в эту дырку, блядь. Нормалек. А, дебила, кусок, ищи, давай. Видали, какой чувачок, а? Давай, бери-то свой сыр, хуир, давай, там мясо, иди, вон, висит. Такие вот, как в повара брать таких вот, вообще не понимаю. Это же вообще жесть, я б тебя даже в поломойке не взяла бы. Вали, вали нахрен отсюда. Валим. До свидания. Сюда вот. Оп, оп, мусорок.
Давай, давай, приезжай, придурок. Видали, какой жирный дебил, блин. Давай, давай, вали нахер отсюда. Сейчас тут будет такое. Квест по кухне придурка. Видали, как он рубит? Прям такой крутой рубайло. Секундочку, не время. Ну, то рубильник прям пипец. Да не стучит и сердце, блин. Вон, у него ключик надо спиздить, вот этот вот. Ну чё, будешь ты ещё свою сосиску грёбаную брать? Смотри, что он делает. Повар от бога прям. Она дышит, как бегемот. Сука, давай уже поворачивай свою ебало, бери свою сосиску и вали нахуй отсюда. Чё, поворачиваться будем, алё? Понял, принял. Мы тупо тебя отвлекать так 500 раз должны, что? Так, ну время, блин, хватит на то, чтобы просто тупо прыгнуть на стол, взять ключ и съебаться туда. Поварюга хренов. Ничего нельзя тут больше сделать. Фу, варево какое говняное, просто пипец какой-то. Просто валим на максималках. Пиздим ключ и валим на максималках. Валим, 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 потихоньку валим. От дебила валим. О, блядь. Придурочный нахуй пошел. Давай быстрее, мага, Я тебя прошу быстрее, блядь. Все, пизда нам. Да брось ты этот ключ к ебеням, блядь. Пошел нахуй отсюда, блядь. От страха сердце аж хуярится у меня, блядь. О, бля. Опс, нормас. Вообще, какого хрена мы по помойкам должны таскаться, алё?
Алло, пацаны, это несправедливый. А, нихера. Мы и так можем, окей. Ну все, окей. Раз мы так можем, поползли наверх. Я ж голова зачесалась, давай. Ой, блядь, опять эти квесты долбанутые. Так, пожалуйста, сделай. Ну ни хрена их тут, и как вы мне предлагаете, короче, это... Мимо как-то нельзя тупо вот так вот пройти. Мне аж туда надо. Не, ну это охренеть не встать, слышь, там их дохренища. Если я сейчас тут вылезу, это будет пипец, мне кажется. Пизда мне. Блядь, иди беги, придурочный. Иди посуду мой, Золушка. Ну вы пидрилос, конечно. Чё ты там не нашел меня, козла, кусок, а? Вот так вот я, короче, сделаю. Оп, оп. Ну давайте, козлы, куда-нибудь валить в какие-нибудь стороны, а? Вон курдючина идет, бежит. Ты давай, Вася, вот так, оп. Мусорок. Туда не надо, да, мне? Окей. Вот я даже не знаю, смотрит этот пидорасин на меня или нет. Я вот даже не понимаю. А, вот ты здесь все. Иди нахуй отсюда, во, блядь. Все, сердце не стучи, нормально все. Ну давай уже иди отсюда. Я тут потихонечку валю. Вот здесь, мне кажется, не нужно шуметь прям. Чисто так. Оп, оп, проходим по-тихому. Что делает вот эта херанина? Я вижу рычаг. Иди нахер отсюда, вот что ты визжишь, сука. Визжит, блять. Вот черт верещавый, иди нахрен отсюда, иди давай, иди. Иди твою... Фу, блять, посуду свою мой. Я уже заговариваться начинаю, блин. Вали давай нахер отсюда, давай, давай. Вы хотите сказать, что мне надо нахрен назад вернуться, что ли? Вы прикололись надо мной, что ли, да? Типа подняться туда наверх?
Меня нету. Да что ты, ёб твою мать. Нет меня, чё ты орёшь, блядь? Я ж обосралась. Просто пиздос, как обосралась. Ну нету меня, иди нахер отсюда, нету. Орёшь, как падла, блин. По сковородкам, мне кажется, надо херачить. Иди уже отсюда, посуду свою мой, долбоящий. Надо что-нибудь придумать, прям придумать. Что ему не так? Сберись туда по сковородкам, за крюк зацепись и езжай, да? Что еще не так-то? Да пожалуйста, беги ты, я вот что думаю, может мне надо было просто тупо на ручку двери прыгнуть и открыть. Хотя в пене все уже. Помыли меня хоть бесплатно. Не, нихера. А в мыльной пене можно спрятаться, слышь? Пиздуй отсюда уже. Это гандонио, а? Не, мне надо вернуться по-любому назад. Чешет он там свою залупу. Давай иди уже туда, блин, куда-нибудь. Чё другой педрило делает, я не могу понять. Орёшь там нахуй, а? Отвали нахуй, ах ты тварина. Ну мне по-любому, да, надо было назад туда. Да ладно тебе, ёб твою мать, а. Вот эту хуету нельзя поставить. Чтобы видеть, куда я ее поставила. Хероту эту. Вот эту побольше возьму, за шлюба. Вот пидоры-то, а. Давай, иди нахуй отсюда, пожалуйста. Ай, блин. Эта игра не страшная, она такая немножечко в напряженку. Постоянно нужно быстро оценивать ситуацию, куда бежать, что делать, блин. Вот что ты, тварина жирная. Как может быть такой жиробасиной, а? Объясни мне. Оп.
Репу свою чешешь, гондольер. Сейчас мне нужно тупо как-то просто мимо этих дебилов пройти. Капслог зачем-то зажало. Ну, блядь. Вон там где-то можно, да, вылезти? Оп-оп-оп-оп. Ну, я так и знала. Сейчас, короче. Да, блин, дай ты мне прыгнуть, ёб твою мать. Все, зашибумба. Так. Ты фитиль-то зажги, мать твою. Бля, куда я прыгнула? К хуям, а? Ну это же пиздец, куда я прыгнула. Ну ладно, окей. Опять вот так говно улетело, блин. Что он там делает, этот дебил? Прочищает раковину или посуду моет? Ни хрена не понятно. Мне кажется, мне ту дверь надо открыть. Или, блин, я не знаю, что прыгнуть на этот стол, прыгнуть на тот стол с тарелками.
Ну, туберкулезная сука, давай иди отсюда нахуй. Пиздой накрылся план. Мне почему-то кажется, что нужно что-то, блин, вали гандони. Нету, дебила, кусок, у меня нету. Иди нахуй. Все, я, короче, рычаг, получается, переключила. Пошел ты нахуй отсюда. Возвращаюсь потихонечку обратно. Залезаю туда, короче. Все нормально. Так как крюки уже едут туда, куда мне надо, прорвемся сейчас, не ссыте, ребят. Вот такие дурашлепы, блин. Нахуй бежим, пизду вас. Аж закашлялась. Херачим, короче. Теперь крючки в другом направлении должны быть. Да, нормас. Сейчас прыгнем и ухватимся. Все, зашибумба. Пошли нахуй отсюда, во. Кто тут самый умный? Блять, они сейчас рычаг обратно перекрутят и все. Угледелик, смотри, а ручки короткие. Беги, беги, придурочный. Ой, гондольеры. Сука, надо было мне прыгать, да? Блять, какой план был идеальный, а? Твою мать, бежим нахуй! Да какого хуя ты так быстро? Блять. Топим в пизду. Ебать вы гандоны. Все, я поняла нахуй, что надо делать. Надо туда забираться и на этот крючок. Ой, бля. Топим, блядь. Топим нахуй. Оп. Пизду вас, короче, иди нахуй, блядь. Гандоны, до свидания. Крючки вас не выдержат. Потому что вы пидорас. Оп, оп, аккуратно, другалек, оп. Фух, получено достижение кухни. Чё такая запара-то? Какую-то пизду вылезли опять. О-о-о. А чё происходит, ребята? Фабрика Гейзенберга прям однозначно очень похожа. Ну все, это свет в конце тоннеля. Это пиздец полный. Thank you.
хреначим. Вот кто-то же понаставил эти малюсенькие лестницы для этих черепиздриков. Вот. Ой, ну ни хрена себе мы. Давай-ка вот туда вот перейдем, а, пожалуйста. Херась, Титаник, блин, конечно. Это они с корабля на корабль там переходят? У них тонет корабль, что ли? Что-нибудь идут-то все? Или типа наш больше? Давайте на большом поплывем. Слушайте, ну это пипец. Сейчас еще чайка клевать нас начнет. Аккуратненько. Че это за сборище дебилов? Сказано, блин, уродцы. Ой, ребят, наверное, на этом закончим. Да. Давайте-ка мы на этом закончим эпизоде. Посмотрим, что там за жирные уроды прибыли на наш корабль в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал на Твиче, в Инстаграм, на сообщество ВКонтакте. С вами была Кэрри, всем пока, ребятки, всем пока!